На чем вы сконцентрированы, то вы и получите, таков закон. Поэтому приучайте свое сознание думать о процветании и деньгах только в положительном аспекте. И вообще думать о них не как о нехватке, а с позиции блага. Того блага, которое они вам принесут, когда будут у вас в том количестве, о каком вы мечтаете. Изменив слова и мысли, можно изменить жизнь и сделать ее такой, какой вы пожелаете. Для этого необходимо настроить свое сознание, мысли и чувства в соответствии с вашими мечтами и желаниями, а также изменить установку своего сознания и свое ожидание, и ваш мир будет меняться в той степени в соответствии с тем, насколько вы хотите его изменить.